Два снимка обсерватории Чандра, разделенные 7 годами во времени, показывают быстрое изменение яркости нейтронной звезды. Двойная система J18245-2452 находится в шаровом скоплении M28. Пульсар в ней вращается с периодом 3,93 миллисекунды, 254 оборота в секунду. Тут остановимся немного. Я вот очень давно знаю о том, что есть такие объекты в космосе, видел разные вычисления, из которых выводились такие цифры, но все равно решительно не могу понять, как эдакая громила, ну пусть всего 20 километров в диаметре, может вращаться с частотой 254 оборота в секунду. Это же не вал токарного станка. Ну не могу осознать, и все тут. А в астрономии подобные числа встречаются сплошь и рядом. Хоть в физике черных дыр, хоть в космологии. Пытаться их себе представить иногда гиблое дело. Так и живем. Продолжаем. Широко признанная модель поведения нейтронной звезды в тесной двойной системе – это паразитизм. В буквальном смысле. Нейтронная стягивает материю со своего компаньона, газ кружится вокруг нее в аккреционном диске и постепенно падает на нее, увеличивая скорость ее вращения. Такой объект называется рентгеновская двойная малой массы, поскольку слои газа в аккреционном диске при своем вращении трутся друг от друга и нагреваются до такой температуры, что начинают излучать в рентгеновских лучах. Постепенно падение материала замедляется, и остающийся материал начинает разбрызгиваться в стороны сильнейшим магнитным полем, когда нейтронная звезда становится миллисекундным пульсаром. Эволюция рентгеновской двойной малой массы в миллисекундный пульсар происходит в течение нескольких миллиардов лет. Но в течение этого периода система может быстро переключаться из одного состояния в другое. Наш источник J18245-2452 – первое документальное подтверждение этой модели. В период с июля 2 до мая 2013 года он вел себя периодически, как рентгеновская двойная малой массы, время от времени становясь радиопульсаром и начиная стрелять в космос короткими импульсами радиоизлучения. Последние наблюдения рентгеновских и радиотелескопов показали, что переход из одного состояния в другое и обратно может осуществляться даже еще быстрее, чем думали, всего за несколько дней. Эти наблюдения наглядно показывают связь между миллисекундными радиопульсарами и рентгеновскими новыми малой массы. Рентгеновские наблюдения выполнялись обсерваториями Чандра, Интеграл и Свифт, а радио – австралийским компактным массивом телескопом Гринбэнк, телескопом Паркс. Недавно у нас была его дивная фотография на фоне неба, телескопом Вестербок Синтезис. Кто такой, почему не знаю.